Предпосылок к срыву выборов в Харьковской области нет, заявили в региональном отделении Комитета избирателей Украины. Вместе с тем в комитете отмечают, предвыборная кампания прошла с заметными нарушениями в проведении агитации. Не обошлось и без подкупа электората. Особенно здесь отметились Відродження и «Наш край», отмечают специалисты. Феерия гастрономических подкупов. У нас под выборы «Наш край» раздает картошку. У нас под выборы «Відродження» раздает картошку и капусту. Один из кандидатов в депутаты, он распродавал муку, но недорого. Видите, вот иногда и партия с такими красивыми новыми названиями действует по старой накатанной методике. По утверждению социологов, именно эти политические силы на данный момент лидируют в Харькове. Также, согласно соцопросу, проведенному киевскими специалистами, действующий мэр Геннадий Кернес с большим отрывом лидирует в мэрской гонке. Самовыдвиженец Юрий Сапронов на втором месте, Александр Давтян на третьем. Основного конкурента Геннадия Кернеса на выборах Харьковского своего респондента видят Юрия Сапронова. Причем больше трети, 3-4% определяются именно с этим кандидатом, как наиболее реальным. Тем временем журнал «Фокус» проводит собственное интернет-исследование в городах Украины. Проголосовать здесь могут только пользователи соцсети Facebook. Согласно данным интернет-голосования, на должность мэра Харькова лидирует уже не действующий мэр, а бизнесмен Юрий Сапронов. Действующий мэр – это в значительной степени консервативный электорат. Откуда большой рейтинг у действующего мэра? Это в том числе электорат коммунистов, которые не участвуют в мэрских выборах. А бизнесмен Сапронов – это все-таки фаворит для тех, кто в бизнесе, это в том числе средний класс, более мобильные и люди, которые настроены на немножко другую предвыборную и риторику, и, возможно, по-другому видят себе Харьков. По мнению политологов, главная интрига местных выборов – будет ли второй тур голосования за мэра Харькова. Специалисты заявляют, если демократические силы консолидируются, у них есть шанс сменить власть в Харькове. Елена Захаренкова, Алексей Жучков, медиагруппа «Объектив».